Это история известной фотографии, на которой изображены люди, висящие на веревках. На самом деле так выглядела ночлежка для бедняков в Лондоне конца 19 и начала 20 века. Стоимость этой услуги составляла 2 пенса за ночь, потому эти малоуютные места называли двухпенсовым подвесом. В некоторых случаях, помимо веревки, на которой бедняки могли повиснуть, также была лавка, на которой они могли сидеть. В 5 утра, чтобы разбудить посетителей, работник ночлежки просто снимал канат. Был вариант значительно комфортнее провести ночь, лежа в деревянном ящике, укрываясь брезентом. Но и стоимость этого удовольствия была вдвое выше – 4 пенса. Посидеть же ночь в тепле на лавке стоило 1 пенс, но спать в таком случае запрещалось. Стоит отметить, что не только в Англии практиковались такие услуги. Повисеть на веревке в Париже стоило 25 сантимов, а это всего полпенса. Этот экономичный способ провести ночь описывал Джордж Орвелл в книге «Фунты лиха» в Париже и Лондоне.